Здравствуйте, мои дорогие слушатели и подписчики моего канала. Канал еще совсем молодой, нам нет и полугода, но и за это время ценителей поэзии собирается большая группа. Я искренне рад, что вы цените, слушаете, ставите лайки и подписываетесь на мой канал. Надеюсь, что и в следующем году мы будем все радовать друг друга. Я вас новыми произведениями, вы меня лайками и подписками. Я желаю подписчикам и слушателям канала в 2021 году исполнения самых-самых ваших заветных желаний. И пусть все ваши невзгоды останутся в прошлом. С Новым годом, дорогие друзья! И разрешите подарить вам на Новый год стихотворение, написанное лично мною, экспромтом, с посвящением к слушателям и подписчикам канала. И прошу не судить меня строго, ибо поэзия – это увлечение далекой-далекой молодости. Лев Литвинов. Новогодние надежды. 31 декабря 2020 года. Исполняет автор. Нелегкие нам испытания даны судьбой в 20-й год. Но где-то теплится желание, что новый смысл все обретет. Не может длиться бесконечно шальная тьма, она уйдет. В природе все циклично, вечно. И вот нас новый ждет восход. Да пусть же Новый год настанет, и под гирляндами огней пусть в бездну хворь со скорбью канет. Всем счастья и судьбу светлей.